Всем доброе утро. Утро начинается не с кофе. Ехал вчера ночью на разгрузку и не доехал буквально 400 километров. По той причине, что у меня упала педаль сцепления. И сейчас напишут, у тебя тросик порвался, надо тросик менять. В этом автомобиле нету тросика сцепления. Здесь гидравлическое сцепление. За гидравлическое сцепление отвечает тормозная жидкость. Здесь есть вот такой вот маленький клапан. Это и есть клапан сцепления. Выглядит это вот так. Вот он здесь идет. Вот он. Мы его отстегиваем сразу. Сейчас я покажу, что я купил для того, чтобы это все отремонтировать. Так как помощи мне ждать неоткуда. Начнем. Очиститель тормозов. Для чего он нужен? Снимаем клапан, сливаем жидкость и промываем его очистителем. Тормозная жидкость. Всю менять не будем, частично. Так как у меня нет ни одного инструмента, мне может понадобиться плоскогубцы и какая-то минусовая отверточка, где-то там что-то подковырнуть. Я думаю, до вот этого дело не дойдет. В случае победы, дополнение к случаю победы, безалкогольное. В случае поражения, а вот это просто потому, что люблю солями. Я думаю, что у меня все получится. А вы как думаете? Работаем! А как снимается клапан? Поворачиваете, неудобно, по часовой стрелке и вытаскиваете на себя. Жидкость, кстати, сливал, тут не могу остальное выбрать. Но хочу сказать, что она грязная. Скорее всего, туда что-то попало, и оно не давало давления. На всякий случай, номер детали. Вдруг пригодится. Сейчас это все собираем, и вот здесь есть клапан. Мы его открываем и прокачиваем сцепление по тому же принципу, как прокачивается тормоза. Я не знаю, как я это буду делать сам, но надеюсь, у меня все получится. Как вы думаете, у меня получилось что-то сделать? Конечно же, получилось. Выжимаем сцепление, задняя передача. Спасибо всем, кто в меня верил, всем, кто мне не верил. Спасибо Google, спасибо YouTube, ну и местным магазинам автозапчастей. Как-то так.